А тем временем житель Казахстана застрелился из-за кредита. В Западно-Казахстанской области покончил с собой 42-летний мужчина. В предсмертной записке он просил никого не винить. Но указал, что на этот отчаянный шаг решился из-за того, что не может выплатить заем. Тело мужчины обнаружили на его даче. Рядом была предсмертная записка. Несмотря на то, что в ней он просил никого не винить, полицейские завели дело по статье «Доведение до самоубийства». Известно, что мужчина выстрелил себе в сердце. Неизвестно, есть ли у него дети, но если все-таки есть, кредит придется выплачивать им.